Личная жизнь Ирина – творческий человек. Вся ее деятельность как артистки и как человека вообще, глубоко связана с музыкой и непрерывной чередой ярких выступлений. Поэтому совершенно неудивительно, что и личная жизнь выдающейся и очень талантливой певицы была насыщена невероятным количеством событий. Нельзя не сказать, что она побывала замужем не менее 3 раз. Причем, только лишь 2-й брак, продлившийся порядка 8 лет, позволил ей стать матерью. На свет появился любимый сын Энтони, и жизнь талантливой певицы обрела особый смысл. Сын он полностью скопировал отца, также статен, целеустремлен и имеет такой же темный цвет кожи. Данное обстоятельство в свое время вызвало настоящий фурор в творческих кругах. Ирина, будучи в то время обычной советской женщиной, принимает решение отправить единственного наследника в одну из северных стран, Норвегию, для продолжения его учебы. Успешно закончив учебу и став профессиональным ювелиром, Энтони, которому сегодня исполнилось уже 36 лет, остановился в Эстонии. Парень очень любит свою маму и не представляет своей жизни без собственной обожаемой семьи. Невестка. Ее зовут Анна. Она замужем за Энтони уже 9-й год. Тоже увлекается творчеством, только художественным. Дело в том, что не так давно Ирина стала счастливой бабушкой, так как в семье ее сына родился долгожданный наследник Эрик. Более того, теперь у нее есть и внучка, Шарлотта. Надо сказать, что после рождения 2 деток, невестка Ирины временно не занимается художеством, ведь все время без остатка девушка посвящает воспитанию потомства. Интересно, что Анна старается выглядеть естественно. В отличие от матери своего мужа, она совсем не занимается пластикой. Доброго времени суток, мои дорогие читатели. Она выбрала наилучшее качество своих музыкальных родителей. Сколько бы лет ни прошло, но Ира Понаровская по-прежнему пленит сердце сотен тысяч благодарных поклонников. Как вы относитесь к Ирине? Как вам сын? А внуки? Поделитесь своим мнением в комментариях. Буду рада.